К сожалению, подобного формата конструкций в Тюменской области нет. Только в нашей столице оказались вот такие серьезные конструкции. Но вот приведу один пример. Для того, чтобы сельскохозяйственных животных, наших крупнорогатый скот, разместить, привезена конструкция шириной 15 метров и длиной 25. То есть это очень серьезная площадка. И вот, к сожалению, только одно место на территории Цветного бульвара позволило разместить возле цирка, значит, эту конструкцию. Понятно, что таких, скажем так, размеров праздников на территории Тюменской области не было, поэтому таких конструкций нет.